Где лимон, бля, где все? Давайте вы инстадите. Ты армсом будешь. Два бафа будешь давать. Офигенных. О, клизму бери. Что-то в Долонаре вообще невозможно находиться. Он с вами был в вашей беде, короче. Он был ранен. Четыре, два хулипала поем, что ли? Ну, Твинси психует, что два хулипала не пойдет.
Да. А лимон где? Стало ранее. Лимон зашел. Да, он ссылка. О, я тут давно, у меня просто выкинуло, походу. Предлагаю всем, кто может попасть в рейд или не попасть, по 500 гп, либо вообще по косарю въебать за такое. Они сами отсеются, блядь, с гильдии. В чем проблема, на? Да, все отсеются с гильдии, будете вы в втором играть. Похуй, будем четырем играть, ну будет четыре, блядь, нормально, потом доберем еще лучших, блядь.
Если вы будете так дальше думать, нихера вы тут не закроете, блядь. Я давно предлагал, дайте возможность набрать 1000 людей, и из этой 1000 людей отсеяться те, кто не хотят играть, и те, кто хотят играть. 1000 это за дохуя. Ой. Винар предупредил, что на 5 минут отойдет. Да, и она тут в инсте. Я уже залетаю в инсту. Не давай. Ты только тем, кто ФК даешь, или тем, кто вообще в инсте нет? А, окей, все понял. Он уже в инсте, я вижу. Так, здравствуйте, товарищи. Ответь мне на вопрос, каким хилом я плюсанула после Скифона и Лачдана? Третьим, получается, да? Хапала еще не было, Честера. Не было? Я могу на замену пойти. Я тоже могу пойти на замену, Честер. Я просто не пойду в два хапала. Я могу тебе уступить слот. И еще, Войт, ответь мне на вопрос. Давай, хорошо. Ты был в кнутах, ты был в дарках, то есть в топовых гильдиях. Ты хоть раз видел рейд в два хапала? Пожалуйста, скажи мне. Я не видела. Я 10 лет играю. Так ты водишь, потому что тебе похуй на все. Тебе плевать на ГП, на 5 варов рейдить. Тебе вообще на это плевать. А тебе не плевать, что эти вары дамажат больше, чем другие уёбки, которые тут в гильдии есть, блядь. Ты понимаешь, что гильдия пока слабая. Пока здесь тот, кто дамажит, тот и хорошо. И слава богу, и пусть это будут 5 варов, а не 5 локов. Просто в будущем, ребята, когда вы оденетесь... Сейчас я договорю.
В 25 гер 5 варов никто брать не будет. Как бы они хороши не были, на лечении, неважно на каком боссе, это просто бредовый состав. В каких-то гильдиях было, я вообще не знаю. Убивайте, я тут причем, я не пойду в два хапала. Либо я на замену, либо Честер. Мне иди, без разницы. Короче, мне... Да? Я могу подождать со шмотом. Меня пугаешь с этим? Мне плевать. Потому что я плюсанула первое в рейд. Хорошо, я готова уступить Честеру, если ему очень нужны шмотки. Нет, я не пойду в ваха. Мне плевать. Я сказала, я в два хапала не пойду. Если я кому-то мешаю со своими принципами, я могу не только с рейда уйти, я могу в гильдии уйти. Дай хоть на замену, слышишь? Или не... Я буду, как медведь придет, вопрос поднимать об этом. Я скажу, что я плюсунула первое. Какого чуда с небес? Ты понимаешь, что нам набор нужно в гильдию открывать? Что нам нужны хилы? Пока вы ходите, веселитесь таким составом в обычку. Или не худелать таким составом. Винси, это обычка, блядь, а не хэм, нахуй. Ты развела тут, блядь, демагогию, нахуй, в пизду. Не ори, пожалуйста, я же тоже разговариваю. А просто я нормально до этого разговаривал. Я все, блядь, твои выбрики, нахуй, терпел, блядь, но это уже заебало. Я тебя даже не знаю, я даже не знаю, кто это говорит, а ты мне говоришь, я терпел. Я до этого, вчера с Лучеданом, когда было, точнее, не вчера, с Ряской, блядь, я протерпел, нахуй. Я просто ушел, не слушал этой хуйни. Я тебя не знаю даже. Мне плевать, что ты обо мне думаешь. А мне тоже как бы плевать. И все, чего орать-то? Потому что из-за тебя не будет рейда, блядь, а ты в гильдии состоишь, когда тебе говорят, блядь, Гэм, пойти в рейд, ты не хочешь идти, блядь. Я, блядь, делаю больше, чем 70% вашей гильдии, алло! Алло, я тоже с циркулем, мне тоже похуй. А ты, блядь, тупая, мне не пиши в ПМ. Жало, блядь, в РСке, трэш агрить, ебать! Катин, иди, слышишь, иди в одного хипала и добить еще Шамулер друг. Всем привет. Привет. Здорово, Мик. А это началось уже? Да. Ну как началось? Уже закончилось. А, отлично. Да мне ничего не надо, мне кроме Ильича ничего не надо. Да нету его. Тёмы нет онлайн, если что. Это Зоэл. Зоэл, заходи, Дэнса. Ну, сейчас, грузится. Куда заходить, что? ЦЛК 25 обычка, ДЦ, хил. А тавер тут нет? Тавер не знаю, кто такой вообще. Он знает. Плюсани мне в игре, на ком ты вообще тавер была? Блин, кот заебался все это слушать.
Да, я здесь. Хорошо. Я не, мне все равно, если она не хочет идти, я могу пойти на замену, взял бы ее, пошли, какая разница. Честер, я же по-хорошему сразу написала, дайте мне тогда на замену слот. Давай, иди в один твину, если ей нужна шмотка, тебе надо это 10? Только ты 10 больше. Ну, а в чем проблема пойти в два холипала ему? Не хочет она. Мы это уже обсуждали. Бери ее, плюсуй, я на замену, иди за токенами. Мне надо только лич. Лич тут не скоро упадет. А в чем проблема пойти в два холлипала, если у нас всего 4 кило? Перебиваем ХПС. А, Лимон сказал, что он выйдет на минуту. Все, я выше каналом, пойду по халам. Что за... Горский в пьяне. Все, кто умер, встали, покинули тело, зашли в винт. Кого спасать не будет. Продолжение следует...
Ну, задумка. Зал, ты тут? Звездопад пошел? Да, салон накосячило. Ох, инвентарь я поднял. Не, это чисто там полтинника.
Большой. Привет тебе. Ступай. Забери, забери большого. Светенька, плюсовал рейд? Кулак, дайте похоронить. Кто он ты? Слышишь, Войт, одно место это для кого? Гильдве. Ты завел, имеешь до него связь, нет? Нет. Он предупреждал о том, что он будет 7-7.30. Где-то должен сейчас зайти. Просто вместе с Тёмой еще один человек будет. Вот чем. Чё я спрашиваю. Так, хорошо. А без Тёмы начнем ребро бить? А если осколки будут падать? Ну вот. Ну, Тёме как-то... Подождите, сейчас зайдут. Сейчас Тёма... Тёмин перс, короче, будет. Ну, смотрите, если у человека бывают форс-мажоры, там с работы не отпустили, где-то задержали, элементарная пробка, аварии и тому подобное, это что, надо сразу так относиться к нему и менять свое мнение? Нет, далеко не каждый. Да, есть такое...
Я думаю, что кого-нибудь не устраивает что-то, то никто не будет против. Против чего? Вон он зашел в онлайн. Нет, это Зоя зашел, я так поняла. Дайте на Midway пати, короче. Чтобы если вдруг упадет осколок, чтобы он ему не просто так ушел, если вы уже собрались без него бить босса. Но Свят всегда ВКонтакте предупреждал, насколько задерживается. Ну, он написал о том, что он будет 7-7.30. Может, что-то чуть поменялось. Сейчас ему напишут, спросят. Стой, хватит ходить, не надо ходить. Во фрейм зайдите все, что вы там? Зачем сюда-то увели? Я тоже не пойму, ну да ладно. Не уводи его. В центре сабрила и танчит. Пытаюсь настроить себе. Киллом надо было, а не ретриком. У кого огонь стоит? Поставь селёд. Трейдер, у тебя? Я говно. А Эвинар не было выше.
А почему да, дали палу? Ну, у Винара 7,6, у пала 5,7. Ничего. Я на сане посмотрю. Винар, отойди из кучи, стой. Ну, даже так взять, если ты отнял, у пала 6,7, у Винара 7,6. Просто непонятно как-то. Демон Лок, но вряд ли. На нахуй. Привет. Здорово. Их тянется понемногу. Это не циркуль. Точнее, не тот рейд. Орхидея, умри. Возле ворот там мобы есть, и чё? Уже нет. Вроде. Он кливит. Отведите. Хантер. Слышь, Хантер, который трэш больше не делал никогда так, ладно? Ну, мама ей трэш начал. Там пет твой спулил, они. Я видел, что Хант начал стрелять, я не знаю, я одного спросил, он говорит, это не я, значит, остаешься ты. Может, на тебя просто согрелся, я хз. Портал пашет, серп через портал. Рыба в зале сидит. Ну, все пошли. Так, где мы еще взяли пизда? Ну, почти.
Присты, которые шпешники, контрольте мобов, вывейдите их. Которые гуманоиды, вы можете их заявейдить. Взяли в контроль, отпустили. Ну я просто подхиливаю, я из этого не могу. Шансунг, за контроль. Я уже сделал. Вторые нежить. Нежить не контролем, да, потому что не логично. Логично. Похоже на то. Их можно в шакал кинуть, если они далеко, если что. Да еще раз контроля. Прислужник не взрывается. Надо подождать. Присты, начинайте. Равен, дай ПР, пожалуйста, мне. Чуть-чуть. Thank you.
А левая это где? Посередине стоит со спец. Стоит нормальная рыба в центре. Спасибо. Нормальную рыбу ешь. Нормальная посередине стоит. Сбоку простой рыбный. Вот, я не извиняюсь. Смотри, РДД должны заливать тех, кто без маны. Потому что мобы, у которых мана, они кидают на себя щиток, который поглощать будет магический урон. РДД не смогут залить с правой стороны этих мобов, если они их не убьют буквально там за первых 3-2 секунды. Из-за чего и расставляются на каждых две стороны РДД и миликов. А еще ДПСа, блядь, не хватает. Ну... Кто на дарновании, Славик? Дарнова на контакте. Зачем ты в мишку спекнулся? Знаешь, такой корни чулан? Дарнован в рейде, блядь. Зачем там Дарнован на ногами выносит? Да все, он сдох. А уже не умрем. А чё, маг не может его? Я говорю, что маг не может в овцу его сразу же какому-то. Как он его залтит, если вовсе месяц? Так а зачем его притянули вообще в толпу? Зачем ты сказал ДКшнику его затянуть? Он как только выходит, пускай его сходу или овцуют, или дадут ему корни, да? Да и не за тебя, Эвин. Это, если не ошибаюсь, Блат и Данс. Ему сказали притянуть, но зачем, я не знаю. Так зачем он притянул его в милирейд? Он не подойдет, потому что он даже не покинул тело, он лежит сейчас в рисунке. Нету рыбы. А зачем такой геморрой то ставить, когда можно сыграть через этого, через мага? Он его прям там уже овцует и все. Или что, у мага нету? Я извиняюсь.
Я извиняюсь, чучел просит, говорит, не трогайте его никто вообще, он сделает все сам, он знает, что делать. Очень просит. Клянется, божится, что все сделает сам. Шредера контроля. Не убейте Шредера, дайте вихрь ему, совы. Я не знаю, кто там фанатика держит, это пипец какой-то. Орхидея, БР, Скифон, а Скифон, БР, Твит. Не в ту сторону ты побежала, сова. Каски раздали по паладинам, друидам и варам. Моб взрывается. Воскрешенного словили танки? Могу, можно как. Вихрь, свинцы, дайте, не убейте, главное, холипа. Орхидея, дай бы иннер твинси. Контроля Лема, не убейте его. Элемент Про, вставай. Элемент Про, вставай. Дайте баф по шаману. Контроль 5 секунд, совы приготовились. Бейте косты ледяных стрел. Дороги, ой, ТДК. Клинита законтролили, дайте вихрь. Клинит. Ну, ты так сейчас отвечаешь, но ты просто не анонсишь это всего. Ты же с Тёмой ходил, ты знаешь,
как он релит. И к этому люди очень сильно все привыкли. Ну, установили в рейд, у кого нет ДБМ. Понял. А, толку с того, если квест не сделали, потому что вайпались. Заебись, я на это не квест. А как Дарановано убили, я что-то пропустил, ну ладно. Его не убили, мы квест не отменили, он был неудачным. А, да, ладно, класс. Да не, просто мы зря время тянули, когда вайпались. Все приходит, соп. А я сам не без башки выудил, я же пенья. Шайпер релох. Ответь, Диси. Ага. Отлично. Ага, ага, а кто такой Шейпер? Да я знаю. Кто такой Тауэр? Я даю. Не слышно. Беда, все, с нас коронавирус. Тоже доберетесь. Станет уже. В смысле, он в момент сове? Я. Ну да, хилов посадите в пушки, нормально. Давай я вместо Зоева. Как жизнь? Но я правый. А Шейпер там еще. Насколько мне известно, когда бой начнется, все это прошнутся сюда. По крайней мере, так 10 обычных. Лимон, не прячься в трубе, ё-моё. Если не протянуть.
Тебе, он тебе что, кольцо отдал, что ли? Что это там вдалеке? Бляха будет, ему что-то в ПМ написал. ГП побоялся, что ли? Ух, 27 ГП. Как? Ну тут корабль должен. Я без понятия, что там делать надо. Ах, класс. Да, у меня, к счастью, есть ранец, и он надет. Нормально. Алиса, если что-то не понимаешь, просто спроси, серьезно. Это совет. Матом хотел сказать. Много расстается. Этот матом, мат. Смотри, Винар. ДК берет ранец, взлетает и танчит муродину бронзобородых хоккей. Обязательно отворачивая от морды прилетающих, чтобы не словил народ урон. Потом улетает назад. Поскольку ты МТ, это твоя задача. Протопал танчит трэш на... наш. Я всегда на этом корабле была. Потопал танчик, потому что Масухи лучше агрит, чем ДК. Это единственная причина, по которой он находится здесь, а ты... Да. Да кинжалами кидаю, как ниндзя. Спасатель Малибу, блядь. Чё-то помню, блядь. Там был полицейский, говорит. Знаешь, сколько там этих сериалов из Беверли Хиллза? Это не сериал был, а так классический, про половину полицейского. Чё, одна пушка не дамажит? Возле меня справа. Забагалось, что ли? А нет. Там просто никто не сидит, как забага. Ну там шейпер же собирал. Я же на корабле был, меня поменяли. Могли бы сказать, что я на корабле. Сказали же, кто-то вместо шейпера сядет. И ты думаешь, что ж еще нам, блядь? Когда перезапустят чародейки? Теперь должны перезапустить. Все, все женщины-ведьмы, блядь, я не знаю, как там у вас адаптация в России. Три сестры, Фиби, Пайпер, Прюш. Ну, я не знал. Я не знаю, что не видел. Там не знаю. В играх всей херни. Чего ж так маг долго падает? Просто не успеваю в пушке последний. Ну что, отъехал. Че он там остался, когда я вылечил? О, он умер. Тут Мародина. Да, он остался на том корабле, когда я улетел. Знаю, что он там делает.
успел последнюю пульку дать. РДДшника, вы также летаете на другой корабль. По идее, только РДДшники и милики не бегали, а били трэш на. Входим, сейчас добьем. Делайте как мульти, донатьте хэмовские шмотки. Ля-ля-ля-ля-ля, говно. Дай мне это, раздающего осколок возьму. Мидвею. Ну и так. Чисто на мейн. Ля, я тоже паролю. Давайте вот без этого бесплатно, окей, да? Чувак взял шмотку, ГП ему накинь. Никаких бесплатно нахрен. Мне вообще насрать. Бесплатно мы шмотки раздавать не будем, да? Взял шмотку, получи ГП. Я это говорю. Мидвей. Мне насрать, пусть вернет тогда и носит свою Т-10, а это вернет тебе, идись. Без ГП шмотки получать не будем, давайте. Ребят, я что-то... Слушайте, подождите, что-то не понял. Я ролил, мне это нужно на мейнспейк. Я Т-10 ношу 2. Я не пойму вообще, ну, вот ролли мы вдвоем с мастером. Мастер Волк, ты на танк ролишь в рейде? Не, я на успех. Проблем не будет. Да, на успек это второй ролл. Значит, если на мейн больше никого нет, получается, мне надо 10% от ГП уходит. Все верно? Все верно. Идем дальше. Боу. Естественно. 10%, если больше никому не надо, этот, Алиса не ролила, и больше никто не писал, что на танк ролит. Поэтому 10% получается. Никаких бесплатных. Так, будет ГП или не будет ГП? Сейчас все будет, что ты ворвалась? Все, вопросов нет. Рыба поставьте. Почему 206 воет, когда она стоит 412, должно быть 41. Не центрально настроено, да. Их почему за 40. У них такое ЕПГП. А, ясно. Я понял. Хорошо. Да, у меня вопрос. А что до этого ты начислял по 27? Это вот за паки. Да, нужна. Плохая, даже если на ШП хита не хватает. А запах где? Это Сирус, здесь шея остров. Ну как кому? Не всем. Ну, РДДш. Могу и дать приставов, пожалуйста. Батл, кинь обмен. Сними ему ГП, дай батл дэнс дека.
Вы говорили, что 10% это если шмотку вообще никто не ролит, только один человек. Один человек на успех. 10%. Только один человек три ролит. До этого ролило они один человек. Много кто ролил на успех, и не отдавали по 27 гп. Их хоть ролило два человека. Так, каску жду на варах. Аж бабай,